Здравствуй, друже. А мы подводим итоги конкурса в нашей группе ВКонтакте. Было признано, на самом деле, довольно много работ. Я удивился, что людям это реально интересно. И много работ, на самом деле, снятые очень хорошо. Очень хорошо, качественно. Некоторые работы были сняты с большой долей информационной подачи. То есть, действительно, люди очень хорошо разбираются в технике. Некоторое было больше снято как шоу, но тоже очень интересно. И у меня сразу возникает вопрос. Хотите ли вы, чтобы я это показал на основном канале? Потому что даже, блять, в ролике про человека, который смог, меня умудрились обвинить в том, что я пользуюсь славой вот этого человека. Это очень странно. По моей точке зрения, учитывая то, что у человека нету канала на Ютубе, и я все ссылки приложил, тем не менее, неадекватов хватает. Поэтому я размещу конкретно вот эти работы ссылкой, но если вы хотите, я это выложу на основном канале. Но лучше переходите в группе и просматривайте, дабы не засорять основной эфир. Итак, я отобрал 4 работы. Целый месяц выбирали, смотрели, искали. Было прислано порядка там 33 видеороликов на конкурс. И один ролик я отобрал. Это ролик, так скажем, трэшевых симпатий. Зрительных, конечно, сложно назвать. Ролик трэшевых симпатий. Итак, 3 место. Это у нас обзор Triumph Street Triple R 2015 года. Снято очень качественно, с хорошим звуком. Звук на микрофон, на телефон, но тем не менее звук очень качественный. Какая-никакая даже, какой-никакой монтаж даже есть. То есть человек... Видно, что не первый раз сталкивается с со всякими программами монтажа, не первый раз, видимо, стоит перед камерой, но почему 3 место, не хватает технических знаний. То есть, ну, рассказано интересно, слушать человека интересно, действительно, обзор больше как шоу, порядком интересных моментов, но не хватает технической информации, не хватает объективности про мотоцикла. Поэтому 3 место. Кстати говоря, призы я немножко дополню. Все 3 места получат еще небольшой бонус, но я не буду говорить какой, когда посылочка придет, сами увидите. Это у нас 3 место. 2 место. Yamaha BT-1100 Bulldog. Больше всего мне понравилось в обзоре то, что человек действительно очень хорошо владеет матчастью, очень хорошо знает историю мотоцикла, и действительно ему интересен этот мотоцикл, интересно то, что он делает. Видно немного скованность, то есть человек не часто, видимо, светится на камере. Сразу вспоминаю себя 2 года назад, когда все это начиналось. Но тем не менее... В принципе, при желании человек может далеко пойти. Поэтому 2 место. И 1 место, я думаю, будет ни для кого ни неожиданностью. Мне говорили, типа, надо вывести эту работу из конкурса вообще, в принципе, сделать там какой-то отдельный приз, отдельную какую-то категорию вывести. Ребята... Самое гнилое, то, что можно сделать для такого человека, это вывести его за какие-то рамки обычности. Этот человек ничем не отличается от любого другого человека, в принципе. То, что у человека нет рук, это не делает его каким-то особенным. Поэтому все в рамках конкурса, никаких выделений. Все так, как это и закладывалось изначально. Как ни странно, если вы посмотрите эту работу с технической точки зрения, тут есть все, то есть начиная от субъективных ощущений человека, заканчивая объективностью, какие-то паспортные данные, технические данные, тест-драйв
есть все. С точки зрения именно тест-драйва и обзора, видео на пятерочку. Да, хреновый, конечно, звук, хреновые видео, но мы рассматриваем видеоролики не с точки зрения качества именно съемки, а с точки зрения подачи и интересности персонажа, который участвует на видео. А это видео смотреть действительно интересно. Итак, первое место. И я напоминаю, что все работы, все призы для этих работ будут дополнены мной лично. Так, еще хочу сказать один момент. Вот это видео, тут все понятно, видео было прислано от Юрки Лекомцева. Вот эти вот два ролика, я не знаю, от кого они присланы. В описании люди не указали никаких контактных данных, написали, ну, написано специально для Moto Nexus, а здесь группа Бульдога специально для конкурса. Поэтому, ребята, отзовитесь, я внизу оставлю мою почту 25sl@mail.ru, напишите туда свои контактные данные и свой адрес, куда вам отправить ваши подарочки. И приз трэшевых симпатий — это обзор мотоцикла Урал, который собран просто из говна и палок. Это такой трэш и садомия, мне очень понравилось. Блин, что я только что снял? Миша Табуреткин отдыхает, наверное. Всем привет, меня зовут... Все как положено, вертикальная съемка, полный трэш. Урал, вообще, я не знаю, как он дышит, это... Чувак молодец, реально. Единственное, что здесь не хватило, конечно, тест-драйва какой-то поездочки. Поэтому тоже, дружище, отзовись, напиши мне на почту, и тебя ждет подарочек зрительных симпатий. Я напоминаю, пишите ваше мнение о том, стоит ли это выкладывать на основном канале, чтобы вы это увидели, потому что далеко не все подписаны на группу ВКонтакте. Ну а мы продолжаем корчевать корча. Видосы, да. Столько материала уже снято. Материала снято серии на 6, наверное. Но я настолько ленивая жопа, что мне так лень это все монтировать. Ладно. Давайте, пока-пока.